Всем привет со второго раза. Заказали баночки для специй. Со второго раза все-таки не пришли. Первый раз на почта наша России или доставка. Короче, куда-то ее задевало. Заказал в другом магазине. И вот все доставили. Трекинг отслеживался. Запаковано, как обычно, практически, но не очень сильно. В обычную пупырку психотропную или антидепрессантную. Вот. Количество банок в заказе может быть различное. Ссылку дам. Посмотрите, как. Вот. Хочу сейчас посмотреть в натуре, потрогать. Вот. Заказывал. Стоят они разные цены. Этот набор по скидке был в районе 1500 рублей. Вот. Заказывал через, как всегда, не забывайте заказывать на Алиэкспрессе и других магазинах через сервис возврата денег Cashback Bucket, на котором можно возвращать деньги с покупок на Алиэкспрессе до 90%. Ну и также, кому интересно, можно немножко зарабатывать. Короче, такие баночки. И в подарок положили ложечки пластиковые разных размеров. Набор ложечек для насыпания этих специй. И мерные ложечки разного объема. От 1 мл, 2,5, 5 мл, 7,5 мл и 15 мл. Ну, тоже достаточно удобно не только насыпать специи, но и что-то еще там себе насыпать или наливать. Короче, у меня набор 16 штук. Все они небольшие, гигантские, но для дома достаточные. Диаметр у них 60, высота 40. Они с магнитом. Можно наклеивать на какую-то металлическую поверхность, либо холодильник, кому интересно. Вот. Есть у них еще подставки специальные под эти баночки, чтобы класть в ящик в кухню. Ящичек такой с ячейками. Этот, доска с подставка с ячейкой такой, с углублением туда. Эти баночки ставятся аккуратно, красиво, либо на холодильник. И вот такие еще у них наклейки. Наклейки, надписи. Не знаю, есть как будто без букв. Видимо, их там просто надо оторвать. Сейчас, это обратная сторона. О, вот они. Английское название. Так, ага, все правильно. Есть без названия, видимо, самому писать какой-то белой ручкой. И очень много разных английских названий специй. Но тут надо разбираться еще. Кто английский знает, тот быстро разберется. Либо самому по-русски. 5 бумажек с наклейками. Вот. Значит, либо просто снимается крышка. Нержавейка сделана очень качественно. Ну, видимо, везли тут некоторые мелкие помятости есть. Вот видите, есть, ну, мелкие, незначительные. Не критично. Для того, чтобы лежали в кухне, ничего страшного. Есть большое отверстие. Поворачиваем. Есть маленькое. Ну, то есть, по повороту меняете это. Ну, и плюс хорошо, что верх стеклянный. Визуально можно наблюдать, что за специи у вас там. Так что так. Очень даже прикольно. Сейчас посмотрим, как будет она на холодильнике у нас смотреться. Ну, так это все наклеивается на холодильник. Специю выдержит не прям сильный магнит. Он такой, знаете, такой магнит, как бы он мягкий магнит, скажем так. Вот. Царапать поверхность не должен. Так что можно клеить спокойно на любую поверхность, кому интересно. Ну, либо в кухню. Так что заказываем.
в этом магазине спокойно. Всем спасибо. Вот так вот выглядит сайт Beckett Cashback. Мои заказы, скажем, AliExpress. Вот тот самый чехол на iPhone. Магнитный, стеклянный. Вот он стоил $4.49. И возврат мне будет 26 центов. Ну и, соответственно, вот еще разные всякие заказы. Это вот стоимость их и правая колонка кэшбэк возврата. Ну, также вот можно увидеть кэшбэк. В обе я покупал стеллаж. 3000 заплатил, 89 рублей кэшбэк и так далее, и так далее. Вот. Соответственно, мой баланс на данный момент 263 рубля, видите, доступно к выводу, и $15, и в обработке $10. Ну, за какой-то определенный период, в зависимости от того, сколько вы будете покупать. Если часто покупаете в интернете, в онлайне, в интернет-магазинах, то очень удобно пользоваться этим сайтом, этим онлайн-сервисом возврата денег. Магазинов здесь сотни, а то и больше, что-то там за сотню. Вот они все разные. AliExpress, кэшбэк до 90%. И все возможные магазины Nvidia, Эльдорадо, ну вот видите, любые метры и так далее, Билайн, ну практически все, что есть. Я хожу по магазинам, выбираю то, что мне надо, запоминаю, прихожу сюда, заказываю и получаю кэшбэки. Плюс еще, соответственно, возвращаете кэшбэк по карте, если оплачиваете кредитной или дебетовой картой. Ну, все просто. Заходите, нажимаете на этот магазин, выбираете магазин, нажимаете активировать кэшбэк, и у вас перекидывает на сайт этого магазина. Нет блокировщик, это не важно. Если он стоит у вас, вам надо его убрать просто в настройках вот здесь. Короче, все просто. Заходите по ссылке в описании, регистрируйтесь на этом сайте Beckett Cashback и заказывайте в магазинах. Возвращайте деньги на прям сайт, скажем, AliExpress или другого магазина. Вот он пишет, что yes, на этом сайте возможен кэшбэк возврат. Нажимаете, он показывает, что за сайт у вас, и, соответственно, активируйте кэшбэк на данный товар там до 6%. Вот. Нажимаете, он активируется. Кэшбэк активирован. Все, можно добавлять в корзину и покупать. Также есть расширение Beckett для мобильного приложения. Ссылки все дам. Вывести средства можно на вот многие онлайн кошельки либо банковскую карту. Здесь вот присутствуют, ну, практически все кошельки. Вот, очень удобно. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.